Приветствую всех на своем канале. Сегодня я перерабатываю старые огурцы, переросшие. Вот у меня осталось немножко огурцов, 800 грамм. 800 грамм таких вот переросших. Значит, я там, где грубая кожица, я их почистила. Вот этот огурец, так вроде бы нормальная кожица. И если плотные семена, значит, мы их удаляем. Где вот нормальные семена, я оставляю даже. Вот, и нарезаем огурцы, ну, вот такими вот квадратиками, небольшими квадратиками. Для салата. Это пойдут огурцы у меня на салат. Сейчас такие времена, не выкидывать же их. Так что перерабатываю. Я помыла баночку. Такую взяла, 700 грамм, 750 грамм баночка. Положила, у меня листик смородины остался и листик вишни на дно. И сейчас эту баночку мы будем наполнять резанными огурцами. Нарезала огурцы, у меня получилась, ну, вот такая баночка. Еще немножко осталось, это или на салат я, или, может быть, на какой-то соус придумаю их переработать. И заливаем кипятком. Кипятком до самого верха. И даем, накрываем крышечкой. И даем постоять минут 20. Прошло время, а теперь мы эту жидкость сливаем в мерный стакан. Я слила, и у меня получилось с одной баночки 250 миллилитров жидкости. Теперь эту жидкость мы ставим на огонь. Сюда я буду добавлять соль, сахар, уксус, специи. Это лист лавровый, перчик душистый, семена горчицы. Можно семена добавить укропа, или я веточку укропа добавлю. И готовим такой маринад. У меня будет в описании на 1 литр маринад из расчета. Но я все поделю на 4, и сделаю свой расклад на 250 миллилитров. Все. И это такая вот заготовочка будет у меня для салата оливье на зиму. И я говорила, не говорила, я на дно еще я положила вот сюда лист смородины и лист вишни. Так, ну, все, что у меня в холодильнике было. Такая вот приправка. Так, ну все, делаю маринад. Уксус 25 миллилитров. Добавляю в самом конце. У меня на 200, из расчета на 250 миллилитров. Вот такой у меня маринад получается. Все, этим маринадом я заливаю сейчас огурчики и будем укутывать. Огурчики переворачиваю вверх дном и укутываю. Так, девочки, а это мой Васенька. Передает вам привет и приятных заготовок. Все, ставьте лайки, кому понравился этот простой рецепт. И всегда он пригодится. Да, Вася, скажи, зимой в салат пойдет. Ну все, до новых встреч. Пока-пока.